Вот еще одна семья. Жена тоже обнимает своего мужа. Тут еще детки. Жена такого же размера, что и муж. А вот это та же самая семья, но только здесь жена очень маленькая. И она стоит между ногами своего мужа. Это прообраз того, что она находится под его защитой, ей уютно, она под его покровом, он заботится о ней. Удивительно, что тысячи лет назад этой скульптуре 3500 лет. Кстати, мужчину зовут Веха, а женщину зовут Изув. И вот эта семья жила 3500 лет назад, у них были свои проблемы, свои мечты, свои чаяния. Они о чем-то думали, о чем-то мечтали. И вот уже тысячи лет их нет на этой земле. Потрясающе.